Кроссовер Havail F7 предлагает один из двух двигателей на выбор – полутора- и двухлитровый. А вот его купеобразной версии под названием F7X поначалу достался только старший турбомотор отдачей 190 сил. Но теперь справедливость восторжествовала. Кросс-купе тоже получила базовую турбочетверку мощностью 150 сил. Единственная коробка передач – это 7-ступенчатый преселективный робот, хотя привод, передний или полный, можно выбрать. В результате стартовая цена моноприводного 7X снизилась ровно на 100 тысяч, до 1,5 миллиона рублей. С полным приводом машина стоит под 1 800 000, но гораздо богаче оборудована. Между тем, Havail сократил ассортимент моделей в России. Это сделано, чтобы дозагрузить тульский завод компании, на днях выпустивший 10-тысячный автомобиль. Так из гаммы исчезли импортные модели H2 и H6, которые ввозились из Китая. Как сообщает агентство «Автостат», за последние 5 лет на нашем рынке было куплено около 2000 кроссоверов H2. Старший H6 не просто нашел более 10 тысяч покупателей, но и долгое время носил статус бестселлера бренда. Mercedes-Benz еще только готовится завести в Россию первую партию новых кроссоверов GLA, а дилерам уже дано новое задание – предлагать публике заряженные AMG-версии. За начальный GLA 35 будут просить больше 4 миллионов рублей. У него двухлитровый турбомотор мощностью больше 300 сил, 8-ступенчатый робот и полный привод. Интересно, что компромиссный 45-й GLA нам решили не предлагать, а сразу выкатили экстремальный вариант 45S. С его 2 литров объема снято уже свыше 400 силенок. Чтобы реализовать управление вектором тяги, в приводе задних колес тут трудится пара муфт вместо одной, а у того же 8-ступенчатого робота усилена начинка. Но и цена – больше 5 миллионов. Оба автомобиля выделяются ярким AMG-декором, чтобы никто не перепутал народные версии кроссовера и ту, за которую заплачены огромные деньги. Впрочем, оправдать ценник разогретые Мерседесы могут напористым разгоном до сотни. То, что подешевле, ускоряется за 5 секунд, а более дорогой – за 4 секунды.